Приветствую вас всех, дорогие подписчики, а также просто зрители моего канала. Меня зовут Дмитрий, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру Crysis 2. Собственно, как вы видите, мы с вами находимся все так же в Манхэттене после небольшого потопа. Вы нашли этого парня в костюме? Да, мы его нашли. Оставайтесь на месте, идем к вам. Отлично, только быстрее, нас осталось мало. Слышали приказ, вперед! Собственно... Отряд Дельта — это морпехи, которые были посланы сюда Пентагоном для того, чтобы спасти оставшихся в живых людей, как я понимаю, но на деле оказалось как-то все криво. Они при этом взорвали плотину и, считай, большую часть народа сами же и поубивали. Хотя, может, это и к лучшему, потому что многие были заражены заразой и мучительно просто были... При смерти, скажем так, их перерабатывал вирус в биомассу, которую впоследствии кальмары, которых пытались утопить, делали своими солдатами. Просто перерабатывали и соединяли с непонятным своим интерфейсом, что приводило к тому, что вы видите, вот к этим тварям. Так, готов. Блин, скажу вам честно, просто дух захватывает от всего того, что мы с вами сейчас наблюдаем. Игра значительно шагнула по всем параметрам и просто сносит башню от всех тех событий, что сейчас происходит. Там где-то позади нас рука статуи свободы, охренеть просто. Так, ну... Собственно, давайте поможем ребятам, только бы не застрять. Эти гады, несмотря на то, что они наполовину состоят из человеческой биомассы, очень живучие, до ужаса просто. Так, у нас есть тут что-нибудь суровое? Да, вроде есть. Неплохо. Опа-на. Так, отступаем, отступаем. Где ты, тварь? Сдох. Скотская тварь, а? Так, патроны. Боеприпасы уходят сквозь. Все, что можно. Просто как вода сквозь пальцы, серьезно. Твою мать! Птички нам не хватало сверху. Ну что же, мы попали? Нет, еще не попали. Так, парни, парни, я сейчас приду и помогу вам. Только дайте мне добраться до куда-нибудь. Давай, давай. Иду, парень. Все будет хорошо. Здесь ничего, все чисто. Да уже понял. Просто жескач какой-то творится, а? Надо потом проверить, могу ли я что-нибудь улучшить в костюме. Я так понимаю, без этого буквально-таки никак.
Зота. Ребята, я все понимаю. Но надо по чуть-чуть идти. Кромешный ад творится вокруг. По-другому я не могу это назвать. Чайно, ты жив? Жив, братюня. Я уж думал, он погиб. Я в самом начале еще думал, что он утонул на подлодке, когда мы здесь только прибывали сюда. Понятно. Так. Я постараюсь пройти дальше, но ничего не обещаю. Охренеть. Что ж вас так много здесь? Ценой в миллиард в самое пекло. Да иди ты в задницу. Хочется, чтобы ты вернулся не по частям. Я тебя прикрываю, как могу. Но давай ты будешь поосторожнее. Знаю, что это звучит старомодно, но береги себя. Сдохни, тварь. Маскировка отключена. Так, давайте. И правда постараемся сберечь свою задницу. Маскировка отключена. Не очень хочется кончить, как те бедолаги, а? Тихо. Так, стоп. Опа-на. Чирик. Маскировка включена. Давайте уйдем подальше и что-нибудь сделаем. Нет, только не это. Вы меня не видите. Я часть вселенной. Маскировка отключена. Садик. Не вздумай ко мне идти. Охренеть, ты где? А вот это хочешь? Маскировка. Стоп. Никого нету. Вообще никого нету. Вам кажется. Ядрить твою налево. Иди отсюда. Будь другом, уйди. Так, уходим отсюда к ядрене феней. Дверька здесь. Ну-ка, зайди сюда.
сдохну. Следующий. Все. Так, с последним можно еще и пободаться незаметно. Так, он не последний совсем. Тихо, 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 тихо. Доктор, давай. Их много. Саму бы подкрасться незаметно. Вот это было бы клёво. Спокойно. Оп. Спать. Маскировка отключена. Теперь к тому. Нафиг. В принципе, я должен был со всеми справиться. Блин, дух захватывает. Настоящим охотником себя чувствуешь, именно это развили. В третьей части, помните, если кто уже поиграл или посмотрел, демонстрировали сетевые режимы. Блин. Так вот, сетевые режимы показывали третьего Crysis, и там полноценно развит именно режим охотника. Чувствуешь себя по-настоящему хищником. Ну, по-настоящему как хищник. Я удивлен был, что не до конца развили эту идею, особенно когда дали нам на костюм в первой части даже сливаться с окружающей средой. Блять. Чё же они не могут по-хорошему все закончить? Великолепно. Надо будет работать по нему, пока я смогу. А потом отступить и спрыгнуть. Бери налево и направо. Ну что? Охренеть. На-н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 а-
Маскировка отключена. Минус. Ой-ой-ой. Как хорошо вошло. Так, надо его сфигачить, как консервный банк. До свидания.
Ах ты тварь! Прыгай сюда. Мразота. Фух. Блин, адреналин прям прет. Я бы сказал из всех щелей, но совру ведь. Ну идите сюда. Минус один. На. Минус два. Иди сюда, сволочь. Я знаю, что ты где-то здесь. Блин, патронов бы мне. Сейчас как никогда я близок к тому, чтобы зафейлиться. Одна обойма и 8 патронов. Охренеть просто. Ладно, знал бы он, что это сам Пентагон сделал это все. Понял, Чарли, мы уже в пути. Кстати, я тут отправил к вам бойца, позывной Алькатрас. Вот-вот подойдет. Великолепно. Вот с этой штукой, я думаю, мы с вами легко сейчас доберемся до нужного нам места, а? Интересно, будет ли он так же эффективно валить этих тварей, как людей? Одна пуля. Тут, видать, надо тоже круто по мякотке попасть. Блин. Вот видите, как город расфигачивает, а? Охренеть просто. Уму непостижимо. Смотрите. Кстати, сколько у нас? Так, не могу посмотреть, сколько очков осталось.
Улучшения надо будет проверить, я так правда понимаю, что без них никуда. Так, поближе подпустить надо. Сзади. Да нет, вроде сзади никого. Мазила грёбаный. Так что у нас тут? Обычные патрончики, да? Нет, ты мне еще пригодишься. Несмотря ни на что, с этой штукой я себя словно бы увереннее, знаете, чувствую. Так. Почему-то мне все время норовит сказать «горосты», особенно после того, как я запись сделал прохождение Блэклиста первого взгляда. Вот это, кстати, сегодня же было воскресенье, и там Сэм Фишер буквально таки являл собой копию Командора Шепарда, немного постаревшего, правда, но все же даже некоторые ходы с кораблем, командой очень похожи, не считая, правда, того, что мне не пришлось их набирать, бегать от одного края страны в другой, ну или планеты. Ну, вы можете, конечно, согласиться со мной или не согласиться, это сугубо мое личное мнение. Блин. Так, надо под ноги смотреть. Я все время забываю, что несмотря на то, что вторую часть сделали более линейной, от этого она не стала менее объемной, по-настоящему 3D-шной. Тут можно не туда наступить и разбиться кедрени фени. Да ёперный театр. Вы посмотрите, я не могу подняться. Вот сейчас еле-еле прополз, думал, свалюсь в пропасть. Так, Дельта где-то впереди получается, да? Ну, вообще нельзя умирать между делом, это напоминаю, ибо в нашем костюме сокрыта тайна вакцины против заразы, что выкосила весь город. Группа Дельта, это Циклоп 7. Подхожу к площадке. Переброшу вас на вокзал. Постарайтесь быстро и без проблем, ладно? Вас понял, Циклоп 7. Так, Дельта, Дельта. Впереди уже, ребята, я иду к вам. Вы только меня не убейте, пожалуйста. Я свой. Парни, я свой. Иду, иду. Знали бы вы, парни, как я устал и как я запарился молчать. Кстати, не забывайте, мы с вами являем собой оживший аватар костюма, живой труп. Ну вот и все. Теперь отходим на площадку. Марш, марш! У меня есть подозрение, что здесь не обошлось без мистики. Надо хоть одну тварь снести. Так, готов. Охренеть. Я думаю, мы попали.
где ты? Да сдохни ты, тварь. Ну, молодцы, парни. Я уж приготовился здесь умирать. Так, и что вы мне предлагаете сделать? Умереть здесь, что ли? Нет, это не вариант, если честно. Блин, хоть одну ракетницу, а? Так, чуть-чуть ниже надо. Охренеть просто. Командир, это Чайна. Мы почти на месте. Следите за небом. Я тут видел корабли, идут в вашу сторону. Так, понятно. Алькатрас, боюсь, что события вышли из-под моего контроля. Костюм сейчас взаимодействует со спорами. Интегрирует их с нанотканью, пытаясь построить мостик между нашей технологией и технологией Цефа. Но нам нужно больше времени. Иди со своими морпехами, сделай то, что должен сделать. Я не бросаю тебя, Алькатрас. Но теперь, если мы хотим победить, нам придется драться с невиданным упорством. Без проблем, Харгрив. Ты не поверишь, но даже не смотришь на то, что я, по идее, уже мертв, я хочу жить. Так, ну... Ну... Выгнули, где ты там? Ладно. Так, туда. Да я пытаюсь. Пулемет есть? Ни хрена нету. Да я тоже по ним работаю. Так что не парьтесь, парни. Просто пуляйте. Так. Откуда? Вверху, внизу? Готов, касатик. Идите вашу налево. Так, вверху, внизу. Так, еще один вверху.
Так, где ты? Ох, твою мать! Да сдохни ты, собака, уже сдохни. До свидания. Так, мне кажется, или вверху. Хреново. Ну, писец, ты. Гребаный в рот, хоть один раз попади. Мразь ты летающая, ты где? Подождите, парни. Давайте, знаете что? Закончим наше путешествие здесь и в следующий раз продолжим наш нелегкий путь. И дрить вашу уж налево. Я думал, что это конец, если честно. Благодарю вас всех за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.